К сожалению, а да. Почему вы в образе Остапа Бендера? А я психопат. Лед тронулся, господа присяжные заседатели. Такое впечатление, что я ограбил подростка и надел на него его одежду. Потому что, как вы понимаете, немножечко не по росту, да и вот и черевички явно с бостонской фабрики привезены. Ну, что поделать, друзья мои, это, назовем это эклектикой. Эклектика довольно кичевая. Как вы понимаете, я не очень вообще-то придаю значение своему внешнему виду, если вы могли смотреть мои предыдущие выпуски. Но главное, что бросается в глаза, людям нравится, люди подходят, люди просят фотографироваться. Мы с вами находимся на стыке Остоженки и Пречистенки. Остожье – это стога, потому что здесь у нас, ну, начиная вообще с того места, где у нас лужники, да, луга, там паслись, соответственно, табунчики. А вот прямо здесь, вот можете представить, да, когда-то были стога, и поэтому улица называется Остожье. Остоженка. А Пречистенка – это Пречистая икона Божьей Матери. Я всегда, когда провожу здесь экскурсии, спрашиваю коренных москвичей. Ну, вот как, например, мы только что выяснили человека, который держит в руках этот замечательный инструмент. Если мы поедем по Пречистенке, то куда мы приедем? Да? В Новодевичий монастырь. И, собственно, туда-то и совершались паломничества. Можете представить себе паломничество? Сейчас как бы сел на Яндекс.Такси, вызвал, или там каршеринг взял, или как я на велосипедике на своем маленьком, и бабах, и ты уже там без пробок, я не знаю, ну 10 минут от силы. А вот тогда они ездили туда в паломничество, ну и, конечно, Алексею Михайловичу крайне не нравилось. Назвали улицы Чертольская, потому что вот в честь того самого Чертарея, который рыл своим рылом этот ручей, протекавший на месте бывшего, кстати, Пречистенского бульвара, ныне Гоголевского. Поэтому была она переименована в Пречистенку. А вот здесь когда-то были дома. Когда к нам пожаловал президент всея Соединенных Штатов Америки Ричард Никсон, в Москву, кстати, как и Ленинград, стали приводить в порядок. Ну и, собственно, некоторые обветшалые дома, чтобы не париться, решили снести. Я вот себе представляю визит Никиты Сергеевича Хрущева в Соединенные Штаты Америки, и вот собирается муниципалитет города Нью-Йорка и говорит: «Божечки-кошечки, у нас вот такие здания, приедет сам, так сказать, глава большевизма, коммунизма, надо их к чертовой бабушке снести, чтобы они не бросились ему в глаза». Ну а вот у нас иногда так выступали. Снесли эти здания, и у меня есть, как обычно, вот ряд картинок. Вот, например, такая прекрасная картинка, да, вот, сносят их. И обратите внимание вот на этот дом. Вот на этот дом, который тут вырисовывается. Дело в том, что этот дом, он тут как бы желтенький, да, этот дом, он вот этот вот дом. Ну, сейчас-то он в лесах, в сетке, но вообще это красные палаты. Это та самая история, про которую я все время рассказываю. Смотрите на дом, вам кажется, что это 19 век, а по факту там 17, а то и 16 век. Ну и, соответственно, вот таким радикальным способом поступили. И если мы приблизимся вот сюда дальше, примерно отсюда была сделана эта фотография. Вот. Разбирают, соответственно, завалы и... Вы видите, что происходит раскрытие, да, раскрытие объема. Это то, что сейчас в Москве происходит сплошь и рядом, вот такие вещи. Тогда, благодаря этому раскрытию, удалось эти самые красные палаты отстоять. А иначе бы им секирбашка и кирдык полнейший. А вот еще одна фотография сделана с той стороны улицы Остоженки. Вот. Это один из домов, который стоял здесь на стрелке. Обратите внимание, там еще такая будка, телефон написано. Люди стоят в очереди, по-моему, за молоком. Вот здесь виден номер 2. Видите, Остоженка, дом 2. Снесли, поставили памятник Фридриху Энгельсу. Не знаю, почему не Кропоткину, потому что станция была названа Кропоткинской, и, собственно, пойдем вот туда. Ну и вся эта улица, точнее, весь этот район подчинен идее Кропоткина, он тут недавно недалеко родился. А я вам хочу показать еще вот один прекрасный экспонат моей коллекции. Видите, дом номер 4? Вот он сейчас выглядит так. И тоже создается впечатление, что всегда такое было. Ну, 3 этажа, что вполне возможно было. А вот, на самом деле, каким он раньше был.
То есть, опять-таки, с мезонином, мезонин отстроили, я вот в экскурсии по Остоженке показывал, как вот дома с мезонином, они превращаются вот в такие строения и здания. Ну и вместе с красными палатами должны были пойти под снос белые палаты, к которым мы сейчас с вами направляемся. Но вот благодаря, опять-таки, заступничеству этого не случилось. Причистенка, собственно, как и Остожен, как и многие другие места, я что так вырядился-то, да, я думал, ну вот, эпоха Булгакова, вот особенно «Мастер и Маргарита», вот это все, ну и тут как-то само собой родилось Остап Бендер, кстати, про Остапа Бендера, но тоже можно в Москве массу всего рассказывать, это Варсановский переулок, куда концессионеры забежали, точнее, это был Петровский пассаж, куда они забежали бодрые, как жеребцы, писал Ильф Петров, а в Варсановском переулке жила, например, Эллочка Людоедочка, да, с сознанием дятла. Но мы, конечно, сегодня будем больше говорить про Булгакова. Вот эти замечательные белые палаты. Вестники разлуки, как могла бы петь Наташа Королева. Но, опять-таки, изначально они выглядели совсем по-другому. Да? Вот вследствие раскрытия и проведенной реставрации они, наконец, получили тот вид, в котором они представали, ну, будем говорить, в средневековой Москве. И я рассказывал уже про снесенную церковь, как ее в народе назвали, на Грязях, которая располагается на станции метро, раньше располагалась на станции метро Кропоткинская. Видите, ставни раньше тут были, закрывалось все. Вообще, кстати, вот по тем временам это... Ну, я не знаю, там, по значимости, по стоимости, по имиджу, ну, я не знаю, это Москва-Сити, это крайне дорогая недвижимость, она каменная, да, потому что в Москве-то все было деревянное сплошь и рядом. И сейчас у нас будет мега-красивый кадр. Ой, нас пропускают даже. Мы так хотели сделать красивый кадр сквозь воду, но не получилось. Мы с вами зайдем вот сюда, вот в этот переулок, который раньше назывался Чертольским. И здесь находится мое любимейшее здание в городе Москве. Почему? Потому что я из Петербурга. А у нас в Петербурге все с 1703 года. У нас такого не было и быть не может. А здесь оно есть. Вот эти самые палаты и всевозможные здания, которые у нас ассоциируются вот с Москвой Алексея Михайловича, Михаила Федоровича. Ну, может быть, даже и пораньше, но хотя бы пусть даже 17 век присутствует, и это уже хорошо. Вот я говорю вот про эти вот палаты, прекрасные во всех отношениях. Дело в том, что раньше здесь стояла церковь. И это тоже такая нормальная традиция того времени, когда на месте не только... Точнее, церкви строили не только на месте, господи, на месте церкви строили не только метро, но и школы. Была у меня эта картинка, но я вам ее тогда подставлю. Видите, как удобно, когда... Вот она. Церковь Спаса Нерукотворного на Божедомке стояла. Вот примерно там, где находится вот эта школа. Дело в том, что раньше ведь без покаяния хоронить-то было грех. Ну а что делать людям, которых убили в дороге, самоубийцам проклятым, младенцам, которых еще никто не приучил разговаривать? Вот, соответственно, вот эти самые убогие дома, так называемые, существовали в Москве, куда их свозили, и вот эта Божедомка, церковь при Божедомке, она считается, была как раз для таких людей. И есть одна из версий, я не московский краевед, мне простительно, но может быть кто-то более умный мне подскажет, что вот это вообще-то, это частично бывший морг при этой самой церкви. Так вот, возвращаясь к истории с Михаилом Афанасьевичем Булгаковым, он ведь, что удивительно, он ведь не москвич. Ну, а что?
Пушкин не петербуржец, Достоевский не петербуржец, Гоголь не петербуржец, а ведь как описывали Петербург, каждый по-своему, потому что влюбились в этот город. То же самое и с Булгаковым. Он приехал сюда и вот прям-таки влюбился в этот город. И, кстати, дом, где он изначально остановился, мы с вами увидим по пути нашего следования. А пока мы вот переводим взгляд на это здание, оно как-то вот конкретно этот момент, оно в ни в московском краеведении, нигде особо не отмечено. Дело в том, что здесь, я вам покажу, висит мемориальная доска. Причем она, в отличие от других, ну, более-менее приметная, за исключением того, что она серая. Это 7-й дом по Пречистенке, и именно здесь располагался штаб военного округа в 1917 году. Именно за это здание шли кровопролитные бои между представителями, как у нас в советской школе сказали, юнкеров и рабочей крестьянской армии, вновь сформированной. Мы сейчас подойдем туда, я вам покажу это все. А пока посмотрите, здесь у нас даже еще старая висит мемориальная доска Хрущевых, Селезневых. И, собственно, по владениям Хрущева конкретно и переулок назван Хрущевским. Но если мы с вами перейдем эту улицу, а мы сейчас это сделаем, то мы увидим довольно странную картину. Стоит усадьба, это уже послепожарная Москва. И вот этот вот цокольный этаж, он как бы выпирает. Дело в том, что это как раз граница предыдущей усадьбы, которая здесь была до 1812 года. И потом, когда уже ее перестраивали, совершенно в традиционном манере той эпохи, она немножечко, видите, туда углубилась, организовав такой совершенно нестандартный, нехарактерный, но это не балкон, это такая, знаете, терраса получается. И вот что еще интересно, если мы посмотрим вот там на всякие барельефы, я пытался их разгадать, у меня не все получилось. Я там, конечно, кого-то смог угадать, но дело в том, что люди той эпохи, когда они смотрели на эти барельефы, они их прекрасно считывали. То есть это на самом деле определенный язык, с помощью которого архитектор, строивший для заказчика, что-то пытался донести до публики, которая здесь ходила. Поскольку и греческие, и римские мифы все прекрасно знали. Мы с вами переходим дорогу. И здесь я обращу внимание на две вещи. Ну, во-первых, центральная энергетическая таможня, обратите на ее герб. Там факел, а второй – это тот самый кадуцей. Кадуцей – символ бога Гермеса, либо Меркурия, бога торговли. Ну, а в Венецианской республике его могли даже трактовать как бога воровства, и нисколько этим не случаться, потому что воровство там поддерживалось государством, считалось предпринимательством. Вот, видите? Все, как мы любим. Солдат, рабочий, оголенный, и рабочий, и солдат. Я не знаю, кто там третий. Именно здесь вот велись ожесточенные бои, и по Пречистенке было небезопасно ходить, точно так же, как по Остоженке, точно так же, как по другим улицам, сопряженным с этими событиями, сопряженными с этими событиями. Но в итоге этот штаб был взят, на самом деле, и, в общем-то, о жертвах со стороны Красной Армии, это мы знаем, а со стороны юнкеров как-то не было не принято говорить. Вот тут у нас есть вот такое. Это конкретно на английском языке, и написано: «Next to this building, Prof. F.F. Преображенск, First met Шарик, the dog, and fed him a crack of sausage. A cherished scene from M.A. Bulgakov novella A Dog's Heart». Перевожу на, так сказать, нормальный русский язык, что здесь профессор Преображенский встретил Шарика. Если в фильме-то знаменитом бортковском
Это происходит на территории Апраксиного двора, и когда у меня была экскурсия в Апраксином дворе, я рассказывал, то здесь, соответственно, был магазин, где вот Шарик сидел, и как раз он смотрел, зачем вам эта колбаса? Знали бы вы, из чего она делается? Отдайте ее мне, господин. Ну и, собственно, он ее отдал ему, эту колбасу, и повел к себе. А вот уже и на русском языке краковская колбаса на углу того дома. Ну а потом, как вы знаете, он еще инкорпорировал, сюда зайдем, инкорпорировал, соответственно, Мюра и Мерилиза, потому что вот тебе денег, 8 рублей, что ли, с чем-то, да, поедь к Мюру, купи ошейник у него, да, и вот тебе еще на трамвай. Мюра и Мерилиза — это нынешний ЦУМ. Ну, об этом надо отдельно рассказывать. Мы с вами заходим в музей Федора Михайловича Достоевского, где я хочу вам показать совершенно потрясающий памятник. Друзья мои, как вы знаете, Павлика периодически несет, ну как, например, не бывает пречистой иконы Божьей Матери, бывает икона пречистой Божьей Матери. Но поскольку в данном случае я Остап, а Остапа, как вы знаете, понесло. И вот здесь я очень ухихикивался, когда пересматривал этот момент, заходя в музей Толстого, показывая на скульптуру Толстого, я на серьезных щах называю его Достоевским. И мне ни разу не пришло в голову, что это неправильно. Такое бывает иногда, к сожалению, на самом деле не только у меня, но у меня гораздо чаще, чем у остальных. Но я даю повод и вам похихикать надо мной, я этому только счастлив, тем более, что предваряя экскурсии, которые состоятся уже вскоре в Москве, и анонс об этом последует в конце выпуска, вы сможете на них рассказать, где я еще там чего-нибудь спорол не то, что нужно. Как, например, Петербургский полицейский дом в Москве или полная амнезия на тему скульптора Меркурова. Вот голова у меня дырявая, и он же сделал еще памятник Достоевскому на улице Достоевского, и памятник «Мысль» у него стояла на Цветном бульваре, но вот у меня иногда дырявая настолько башка, что я миллион раз об этом рассказывал. В данном случае что-то у меня из башки вылетело. Обратите внимание, как странно у него руки расположены, как вот у дембеля. Глубже и ниже к подъему крутому, где отдается с букетом в руке Трубная площадь бульвару Цветному, где Достоевский застыл в столбнике. Так вот писал как раз приблудный друг Есенина про памятник Достоевскому. Что ж такое-то? Придется загуглить, я не успокоюсь, пока не вспомню. Но вот этот вот памятник, он был сделан еще до революции, он не понравился родственникам Достоевского, они сказали, не надо, нам такого не надо. И, в общем, он стоял долгое время, причем на отшибе, как бы сказать. Причем, обратите внимание, у него, он еще и лицо его сделал, но вот он, знаете, реально такой, как сказочный персонаж. Вот самый, что ни на есть, настоящий. И укрепленные такие вот эти вот ладони. Я не знаю, вот как бы, я думаю, не каждый искусствовед сможет это трактовать, да, но вот этот вот жест, я обращаюсь к разуму общественности. Ну, как бы вы описали, что хотел сказать скульптор, да? И вот эта усадьба, где на самом деле Достоевский не жил, мы сейчас еще узнаем музей Пушкина, в котором Пушкин не жил, был фонд, господи, Федор Михайлович, я так люблю Достоевского, что у меня все на этом деле клинит. Не фонд, был музей, сформированный людьми. И нужно было где-то хранить все, соответственно, ну там рукописи, вообще все артефакты, которые были сопряжены с историей Льва Николаевича Толстого. Он скакал из адреса в адрес, пока, наконец, вот эту усадьбу ему не предоставили. Но если, допустим, на Пятницкой есть мемориальная доска, и там есть тоже памятник, точнее, музей Достоевскому, там Достоевский останавливался и даже писал кое-что, например, повесть «Казаки», то здесь его не было, но, тем не менее, здесь вот музей, когда ковида нет, он функционирует, сейчас он, к сожалению, закрыт. Вот давайте мы сравним, кстати, вот фотография Льва Николаевича. Что ж такое-то? Меркуров. Господи, что ты, боже мой. Сергей Меркуров. Да. А вы вот там, в школе, сказали, что на ее месте была церковь. Да. А какая? На Божедомке она называлась. Я могу даже показать. Покажите. Да, пожалуйста. Ну, она не совсем на той. Вот, церковь Спаса Нерукотворного на Божедомке.
она не совсем прямо на месте школы, потому что школа вытянута сюда. Ну да. А она вот часть, грубо говоря, территории, которую занимает школа, она занимала. То есть, видите, она от улицы, она как бы немножко отступает, то есть вот это вот Чертольский переулок бывший, ага. И туда уходит. Понятно. Вот. Просто но... я стал сейчас искать в интернете, и что-то ничего найти. Ну, к сожалению, надо тут преуспеть, это потому надо что, да, это надо копаться, иногда глубоко копаться, да. К сожалению, а да. Почему вы в образе Остапа Бендера? А я психопат. Да, у меня справки нет, но, видите, меня отпустили пока. Сказали, тут ковид, вали как бы на улицу. Все равно ты не заразный, а только чисто это, с мозгами у тебя не в порядке. Да, все, пожалуйста, все для вас. Вот еще у нас здесь всякие штучки, на которые, опять-таки, не обращают внимания. И я хочу обратить внимание на формулировку. Значит, смотрите, во дворе музея Льва Толстого стоит памятник писателю, выполненный с использованием его посмертной маски, и ее принято считать одним из самых суровых посмертных слепков. Я хотел бы спросить, а бывают не суровые посмертные слепки? Такие, я очень не суровый, я умер, веселясь. Странная достаточно формулировка, но, так сказать, хозяин барин. Вот это бывший особняк госпожи Коншиной. Она была вдовой очень богатого предпринимателя, и, соответственно, когда ей достались эти его миллионы, она решила отойти от дел, продала свою долю и занялась, во-первых, благотворительностью, во-вторых, отгрохала себе вот этот вот особняк. А потом его перед самой революцией купил банкир Путилов. Мы же знаем Путилова как в основном предпринимателя, а был действительно банкир Путилов. У меня описана замечательная история про него в моем путеводителе по Невскому проспекту. Это был один из самых больших воротил вообще дореволюционной России. Пытался влиять на политику с помощью Корниловского мятежа, но потерпел фиаско. А мы сейчас буквально ненадолго отойдем от Пречистенки, потому что здесь у нас стоит памятник госпоже Мухиной. И когда я говорю «госпожа», я не иронизирую. Она была из купеческой, вообще-то, семьи. У Веры Игнатьевны, ну, здесь она прям такая, знаете, прямо очень сурово женственная. В жизни она была немножечко с более грубой внешностью она выглядела. У Веры Игнатьевны Мухиной случилось несчастье еще в молодости. Она поехала там куда-то к родственникам, по-моему, и стала кататься с горки. И так она прокатилась. Сама она писала, что она немножечко повредила себе лицо. Ну как немножечко, там были шрамы, и ей просто реально отрезала кусок носа. Естественно, для молодой девчонки это трагедия. Вот замечательная картина. Видите? Ну, то есть здесь она немножечко отличается, да, вот формами лица от того, как она там изображена. Ее отправили во Францию сделать там ей пластическую операцию. Ну и, соответственно, она там поправилась, как могла, да. Вот с тех пор у нее такие немножко мужские черты лица были, но она не потеряла при этом обаяния женского, о чем мы сейчас еще поговорим. А вот здесь у нас, соответственно, дом, связанный с рядом замечательных событий, о которых мы тоже сегодня будем говорить. Ну, во-первых, это типичный образчик, там вот несколько особняков идут. Это такой Яков Рек, который сделал прекрасную компанию девелоперскую по продаже особняков под ключ. То есть, если раньше было принято строить особняки под себя, то вот этот вот как раз, вот эти и следующие примеры, это пример особняков, которые продавались для... Ну, то есть уже строились, а потом продавались. Я буквально вкратце расскажу. Ну, во-первых, здесь был ЗАГС, где венчался Булгаков со своей очередной супругой. И самое главное, что нас интересует, здесь Сергей Есенин с Исидорой Дункан. Ну, не венчался, потому что я... Не венчался, потому что я загнул, да, Сергей Есенин со своей Исидорой Дункан зарегистрировал брак. А потом здесь у нас
ночевал господин Риббентроп. Ну и Уинстон Черчилль, когда прилетел в Москву, они так с Иосифом Виссарионовичем приударили по горячительным напиткам, вообще Черчилля должны были везти на дачу, что Иосиф Виссарионович сказал: да что там дача, вот тут есть замечательный особнячок, тут и останавливайтесь. Ну и Черчилль, собственно, чтобы далеко никуда не ехать, тут и заночевал. Спасибо. И дальше вот эти все замечательные... Надо мне избавляться от слова «замечательные». Это очень плохой тон. Замечательный, замечательный. Рафинированный модерн. Прекраснейший. Посмотрите, наша любимая Лорелея здесь, да? Пупсы какие-то. Предполагалось, что здесь может быть какой-то герб владельца или его инициалы. Глазурованный кирпич. Вот эта вся форма. Великолепная. И дальше там особняк совершенно в другом стиле. Ну, владельцы, естественно, носили русские имена, да, как вы понимаете. Конкретно вот этот особняк, про который я рассказывал, это особняк Гутхейля. Еле выучил эту фамилию, долго ее учил. А вот это уже более рациональный стиль. Тут уже у нас нет лорелей, хотя есть несколько таких завитушечек. Лорелей есть вот здесь, вот видите, при входе. Но большие окна, что было крайне нестандартно для того времени, да. Ну и здесь-то уже фамилию можно выучить. Владелица Якунчикова. Посмотрите на совершенно потрясающую вот эту вот плитку под окнами. Он, кстати, выглядит почти как новый, да? Вот как будто его только что сдали. Как будто Яков Рек приехал, принял его и сказал: ну, давайте продавать. Немножко подновить решетки на балконах, и вполне можно. Я вас обманул, релея там все-таки присутствует. Вот там, видите, на последнем этаже. Вот век живи, век учись. Вот они, видите, совершенно потрясные. Боже, я прямо так хочется прям потрогать. Архитектор, которого мне все время хочется назвать на французский манер, Валькот. Ну, он Валькот, скорее всего, все-таки. Вспоминайте, я уже рассказывал в одной из экскурсий про него, где я про него рассказывал и что он построил. Надо же как-то вас это немножечко насиловать. Ну, о чем мы, собственно, сюда зашли-то? Мы зашли, потому что здесь находится мастерская. Ее, кстати, долгое время ремонтировали, пока не отремонтировали. Дело в том, что Вера Игнатьевна Мухина, она же чем прославилась-то больше всего, да? Статуей рабочей колхозницы. Ей этот заказ передали вследствие конкурса, да. Дело в том, что вообще поставить статую на некий архитектурный объект, ну, эта идея была не нова. Где она использовалась прежде всего? Дворец Советов, да, со статуей Ленина наверху, Борис Иофан. И Борис Иофан проектировал, вот, можно посмотреть, мастерская Веры Игнатьевны Мухиной. Борис Иофан проектировал здание павильона для выставки в Париже 1937 года. Ну и шла, соответственно, борьба писек между СССР и нацистской уже Германией. Там Альберт Шпеер, у нас Борис Иофан. И, соответственно, Иофан-то и предложил вот эту вот ступенчатую структуру с некой глобальной статуей наверху. Не сразу Вера Мухина нашла нужную ей форму. Для начала, ну, во-первых, это все уходит корнями в древность. То есть вот как бы истоки, это тираноборцы и Ника Самофракийская. Вот когда я привожу группу экскурсионную в Париж, и, допустим, мы идем в Лувр, правда, ходили мы туда все два раза, потому что в Лувре ввели droit de parole, да, то есть там стали деньги брать с гидов. А до этого не было такого. Так вот, это Ника Самофракийская стоит на одной из лестниц, когда вы поднимаетесь. То есть это все вот оттуда. Сначала они не стояли вот плотно друг к другу вжавшись, более того, серп и молот у них расходились. Три варианта Мухина сделала, третий одобрили. Ну а потом
Сталин лично участвовал, естественно, в этом процессе, я имею в виду одобрение проекта. А потом ей дали на возведение самой этой статуи гигантской просто какое-то нереальное ограниченное количество времени. И более того, директор завода, чтобы подстраховаться, где это все происходило, а Мухина, она же была перфекционисткой, ей что-то не устраивает, она говорит, переделывайте. А как вы переделываете? Ну, представляете, вот эта дура, да, там, вот этот шарф, они с ним очень долго парились, называли его загогулиной, да, несколько раз тоже переделали, то есть многотонная такая штука, ее поднимают, крепят, Мухин говорит, все говно, давай по новой, снимают, переделывают. Так вот, директор завода, по-моему, Тамбовцев его фамилия, он настрочил, короче, донос, что Мухина, значит, срывает сроки, сама саботажничает, ну, чтобы, короче, себя максимально убрать. Ответственность, в общем, досталась Вере Игнатьевне, но повезли в итоге, одобрил Сталин, повезли статую, причем ее пришлось допиливать в Европе, потому что эти огромные, господи, вагоны не проходили в туннели, жесть. Приехали, и тут выясняется, что немцы же ждали, когда наши построят павильон, и когда они видят, что наш павильон ниже, они возрадовались. А тут привозят эту статую, монтируют, и это я уже в Париже. Каждый раз, когда мы на пляс до Токедеу оказываемся, ну, короче, возле Эйфелевой башни, вот, я вам им рассказываю, это вид со стороны Эйфелевой башни на Трокадеро. То есть вот стоит наш павильон, вот немецкий. Немецкий как бы выше, но вот за счет вот того, что вот такая летящая статуя, за счет того, что она была из металла и переливалась на солнце, наши как бы победили. Я сейчас еще пару покажу вам снимков. Марис Терес подошел к Мухину и сказал, мадам, вы нас спасли. Ну, вы знаете, что у французов с пруссаками, как с бошами, как они их называли, давние терки. И поэтому, конечно, никому не хотелось, чтобы немецкая скульптура доминировала над Стольным градом Парижем. И Мухина получила реально всемирную известность. Там, вот это уже с видом на Эйфелевую башню. Ну, если вы наберете в Гугле «Всемирная парижская выставка 1937 год», не знаю, можно даже этим ограничиться, то вам стопудово вылезут вот эти вот фотографии и... их там будет огромное количество, даже в цвете они там есть, я вас уверяю. А еще у Веры Игнатьевны Мухиной был роман с Алексеем Замковым, роман всей ее жизни. Я вам сейчас хочу прочитать один короткий стишок. Дело в том, что Алексей Замков – это был такой прогрессивный врач, который работал в Институте экспериментальной медицины. И вообще, это была очень популярная тогда теория, вот это все воскрешение, омоложение и так далее. Народный стишок. Вот. Но есть чудесная страна, страна советов, где жизнь полна рассветов, где пышная техника растет, где все крепости природы побеждает, загадки жизни сложные, замки свободно открывает. И вот наш врач, советский врач А.А. Замков, с тех пор прошло уж 5 годов, вопрос труднейший разрешил, такой придумал аппарат, чтобы из мочи готовить препарат. Ему название он дал, как нам известно, гравидан. Если в Петербурге до революции пель сделал препарат спермин пеля, то действительно Замков на основе мочи беременных женщин он сделал вот препарат гравидан. И, естественно, первый эксперимент он строил на себе. Он видел, что возвращаются силы, улучшается потенция. И вообще он был очень рисковый парень. У них был сын, упал в 5 лет, и начался туберкулез. Господи, костный туберкулез или какая-то такая сложная болезнь. Я не медик, поэтому медики, можете кидать меня помидорами. Я здесь специально для этого и присутствую. Короче, Замков ни один из врачей не взялся оперировать. Замков сам сделал операцию на столе, а у его жены, у Веры Мухиной, у нее было начальное медицинское образование, она была медсестрой. И прикиньте, через 2 года ребенок встал на ноги и пошел уже без всяких костылей и так далее. Вот. И вот он придумал этот гравидан. И в 30-х годах на них погнали бочку. Пришел какой-то человек, сказал, вот вам поддельный документ, я готов вас спасти. И они поехали в Европу. В Харькове их приняли. Человек оказался засланным казачком из органов, значит, что типа Замков хотел вывести
все это дело. Его посадили, Мухину отпустили, его посадили. Но потом Замкова отпустили, потому что очень много было высокопоставленных людей, которые пользовались его услугами. И здесь как бы, вот вам это ничего не напоминает, да, ученый, профессор, какие-то покровители среди большевиков, конечно же, профессор Преображенский. Это один из возможных прототипов Онова. И дальше он продолжал этим заниматься, но к 1936 году опять ситуация изменилась. Его даже обвиняли в том, что он из его института крал мочу. Уголовное дело, да. Институт закрыли, он еле-еле спас свой архив, и в итоге он умер раньше Веры Мухиной, у него был инфаркт, он сам к ней подошел, у Верочки у меня инфаркт, он был врач. Она очень с трудом пережила его, ну вот такая вот печальная история, если вкратце. Для нас это важно именно в свете профессора Преображенского. А мы смотрим вот на этот дом чудесный. Давай перейдем дорогу. Это еще один дом, построенный по инициативе Якова Река. Он, честно говоря, очень сильно переделан, конечно же. Но дело в том, что здесь, среди прочих, жил Александр Петрович Фаберже. Ближайший родственник того самого Карла Фаберже. Он был юрист-консультом. То есть консультантом юридическим у этой компании. После революции он, понятное дело, сгинул. А если вы помните, то в «Мастере и Маргарите», вот эта плохая квартира, да, злосчастная, там была такая Анна Францевна Фужере. Фужере, Фаберже. В его бывшей квартире, Фаберже, поселились художники из объединения «Бубнов Валет», и Булгаков там часто бывал. И на самом деле очень много из того, что он в этой квартире увидел, он поместил в описание этой плохой квартиры. Вот эта люстра, на которой кот-бегемот качался, да, огромная, свисавшая на цепях. Деревянные всякие там, господи, диванчики, которые там стояли. Камин. Это все отсюда, а не с Садовой. А также он поместил описание подъезда, здесь, парадного подъезда, который тут был, в описании квартиры дома профессора Преображенского. То есть сам-то дом мы скоро с вами увидим, а описание взято отсюда. Ну вот так вот Булгаков он миксовал в своих трудах это все. Сейчас мы с вами будем смотреть на противоположную сторону, где сохранился еще один совершенно потрясающий особняк. Им тоже владел Коншин, но не муж той самой Коншиной, другой Коншин. А потом его купил купец Ушков, и здесь жила его жена Балашова. Она была балериной, и специально для нее он сделал здесь зал. Зал, где она могла заниматься. После революции Айседора Дункан, которая вообще-то была, ну, конечно, не дочерью рабочих крестьян, да, но она была из небогатой семьи, она прославилась тем, что придумала новый такой танец, новую методу, новую концепцию танца. Она танцевала в тунике, танец Соломеи, и иногда даже в конце раздевалась. И ей крайне было интересно, вот она такая революционерка в танце, и вот все остальные революционные идеи. Судьба у нее была крайне несчастная, у нее двое детей, причем от разных мужей, погибли. Шофер оставил их в машине, вышел посмотреть, что случилось с шиной, не спустилась ли ее, машина съехала под откос, и оба ребенка погибли. Ну и, как вы понимаете, жизнь пополам после этого у Айседорушки. И вот она приезжает в Россию, ну ее пригласил Луначарский, но никто не верил, что она сюда приедет. А она приезжает. Ну и, соответственно, пойдем, отойдем. Ее нужно было где-то селить. И надо ей было дать место, где заниматься с детьми рабочих крестьян. Вот здесь она, собственно, и занималась. Именно здесь она с Есениным ругалась. Один раз он, назвав ее сукой, взял свой бюст и вышел из окна. Вообще непонятно, как они общались, потому что он не говорил ни по-английски, ни по-французски, она по-русски не говорила. Но она в него влюбилась. При том, что он ее соблазнил, он подошел к ней, поставил ногу на колено, встал на колено и положил ей голову ей на колени. Она его
погладила его белокурые волосы. В общем, на 16 лет она была его старше. И она в нем видела одного из ее, ну вот, погибших сыновей. Здесь, видите, очередной у нас есть. Sign of Хлебопьёк Бейкер. Артель has remained here since 1920-е года. Отличнейшая тенденция. Очень мне нравится восстанавливать вот эти вот старые надписи. Видите, булочная, хлебопек, артель. Но уже без ятий. Это уже советская надпись, ну, советская восстановленная, я имею в виду. Ну, в итоге, как вы знаете, Есенин с Сидорушкой, они развелись. И Сидора кончила очень плохо. Бедная женщина столько пережила. И в Париже она села в автомобиль, намотав свой шарф, сказала: я еду к Славе. И шарф замотался за колесо и ее задушило. Вот такая ужасная смерть. Здесь очередная у нас вывеска. This is the simply to tell. Asking the treasury to help to sell. For 100,000 a wealthy house with its magnificent chambers, my Preshistinsky palace. Это перевод стиха, который я вам расскажу по-русски. А дальше сказано, что guerrilla warrior and poet Денис Давыдов lived in this house. Пойдемте, я вам покажу этот house, где, соответственно, guerrilla warrior Денис Давыдов жил. Ну, во-первых, я всю свою жизнь, всю свою сознательную жизнь думал, что Денис Давыдов выглядит вот так. А на самом деле это не он, это его брат. Потому что я на эту картинку в детстве смотрел и как бы поражался вот этим как раз-таки лосинком, да, в который они были одеты. А Денис-то Давыдов выглядит совсем по-другому. Выглядит вот так. И действительно, он сюда заехал, вот в этот особняк, которым до этого владел человек по фамилии Архаров. Его брат владел особняком, на месте которого был построен особняк Коншины. И непонятно, то ли в честь одного брата оберполицмейстера, то ли в честь другого брата градоначальника была названа вот эта вот компания архаровцев, которые заправляли в Москве. Но дело в том, что Архаров на чем погорел? Екатерина написала ему письмо о том, что у нее пропала ценная икона. И он сказал, из Москвы, кстати, сказал, что нужно искать, где бы вы думали, в доме петербургского полицмейстера. И там ее нашли, прикиньте. Вот он обладал определенными навыками дистанционными. Ну и плюс там самый известный рассказ про него приводят к нему, соответственно, мясника и какого-то чинуши. И каждый говорит, что вот деньги медные. И один говорит, что он у меня украл, другой говорит, нет, он у меня украл. И Архаров говорит, а принесите-ка мне таз с водой, кипятком. Приносит, он кидает эти деньги, начинают всплывать масляные круги. И он говорит, деньги мясника. Вот видите, жирные круги. Соответственно, а ты не прав. И его назначили градоначальником Петербурга. И зная любовь Павла к полосатым, шлагбаумом, полосатым будкам, он в отсутствие императора распорядился раскрасить все заборы. Павел вернулся, обалдел и уволил его. А потом сюда как раз заехал вот этот самый Денис. И дело в том, что он тут сюда заехал, но вот этот вот дом, на который мы сюда сейчас смотрим, он выглядит для нас просто, а раньше он выглядел совершенно иначе. Раньше над ним торчала каланча полицейская. Это был один из съезжих домов города Петербурга. Вот так вот этот дом выглядел. Видите? Вот она, эта самая каланча. И на самом деле, вот если ты еще раз покажешь, вот этот вот домик, видите, одноэтажный. А посмотрите, как он теперь выглядит. То есть одним этажом он надстроен. И... Действительно, Денис Давыдов решил продать свой дом в казну, как это тогда водилось.
И у него был приятель, ну, не то что приятель, знали они друг друга, Башилов, он тогда был как раз градоначальник, он напишет такое стихотворение Александру Александровичу Башилову. «В дни былый сорванец, весельчак и веселитель, а теперь Москвы строитель и сенатор, и делец, это он так ему подлизывает. О, мой давний покровитель, сохрани меня, отец, от соседства шумной тучи полицейской саранчи». Здесь я хочу обратить ваше внимание на отношение к полиции во все времена. Полицейская саранча. Люди тушат пожары тогда, это было все ведение полиции то же самое, но вот это полицейские саранчи. И торчащие каланчи, пожарных труп и крючи. То есть попросту сказать, помоги в казну продать за 100 тысяч дом богатый. Он даже ценность называет. Величавые палаты, мой Пречистенский дворец. Тесен он для партизана, сотоварища урагана. Я люблю казак-боец. Дом без окон, без крылец. Без дверей и стен кирпичных. Дом разгулов безграничных и налетов удалых. Где могу гостей моих принимать картечью в ухо. Пули в лоб или пикой в брюхо. Друг, вот истинный мой дом. Он везде, но скучного днем. Нет гостей для угощения. Подожду, а ты пока вникни в просьбу казака и уважь его моление. Не вникнул, не уважил. Продал он его в итоге за другие деньги, но адрес остался. Ну и, соответственно, вот здесь вот уже все те же самые надписи, только по-русски. Я специально обращаю на них ваше внимание, потому что, ну, не все их замечают. А сейчас мы как раз-таки переходим. Вот сюда. И смотрим на вот эту вот картинку. Это вот этот вот дом, так увидите, он раз, два, три, четыре. А здесь он раз, два, три, четыре, пять. Одним этажом надстроенный. Это тот самый Колобуховский дом, на самом деле, прописанный у Булгакова. Здесь жили его дядья. То есть, если у нас там профессор Преображенский, то они были покровские. То есть, праздник Покрова, праздник Преображения Господнего. Вот так вот Булгаков игрался. И действительно, один из них был спец по женским болезням, а второй был спец по венерическим болезням. У одного был вход с Пречистенки, у другого был вход с Обуховского переулка. То есть, а дом назван в романе «Колобуховский». Почему убрали ковер с парадной лестницы? Разве Карл Маркс запрещал держать на лестнице ковры? Разве где-нибудь у Карла Маркса сказано, что второй подъезд Колобуховского дома на Пречистенке следует забить досками и ходить кругом через черный двор? Кому это нужно? Это вот как раз еще два, значит, дяди, Николай Михайлович и Михаил Михайлович Покровские. То есть вот одного прототипа я вам назвал, да, это Алексей Замков, муж Веры Игнатьевны Мухиной. А это еще два прототипа. И даже квартира, вот известно, 12. Чистый переулок раньше назывался Обуховским. Ну и, соответственно, Обуховский, Колобуховский. Вот вам, пожалуйста. То есть, если в фильме «Уборка», дом профессора Преображенского, я рассказывал об этом в экскурсии по Бархатных дворах, это дом Страхообщества России, находящийся на нашей петербургской улице Маховой, то изначально Колобуховский дом вот этот. Но, как я уже сказал, интерьер подъезда взят из дома Якова Река. А сейчас мы с вами подходим к потрясающему, просто нереальной красоты, модерновому строению архитектора Льва Кекушева. Вот посмотрите. Я тут всегда своих экскурсантов третирую, чтобы они нашли льва, потому что он всегда метил львом, и действительно, если посмотреть на самый-самый-самый верх, вот там вот, видите, там лев с кольцом, еще один лев с кольцом, еще один лев с кольцом, и здесь то же самое. И это тоже Яков Рек строил со своим Московским торгово-строительным обществом, как оно тогда называлось. И посмотрите, пожалуйста, вот этот дом примерно с этого ракурса. Вот стена, где еще ничего не пристроено. И видно, что там, да, сзади раньше был домик, на месте которого сейчас сквер, где там памятник Сурикову, к которому мы с вами подойдем. Это прямо, знаете, вот гимн. Самый настоящий кекушевский гимн. После революции дом был заселен правильными людьми.
но сейчас восстановлено, и, ну, я имею в виду, интерьеры, экстерьеры, господи, ты, боже мой, все, вечереет, а я начинаю заплетыкаться. И действительно, вот здесь раньше были строения, их снесли. Мы с вами подходим к еще очередной вот этой вот вывеске, видите? В этом особняке меценат и директор, распорядитель Тверской бумагопредельной мануфактуры Иван Морозов собрал крупнейшую для традиционной России частную коллекцию живописи. Действительно, Иван Абрамович Морозов, вот я вам сейчас покажу его портрет. Это портрет Валентина Серова, и сделан он на фоне другой картины Анри Матисса. Дело в том, что Морозов, как и Щукин, особняк Щукина, кстати, находится неподалеку, и я как-нибудь тоже там сделаю экскурсию. Помимо того, что он действительно был меценат, и очень много благотворительных учреждений и медицинских было основано с его руки, но он начал с того, что он, это как судьба немножко схожа с Савой Мамонтовым. Сава Мамонтов оперным певцом мечтал стать, а этот мечтал стать художником. Брал уроки, и даже у Коровина. Но в итоге самореализовался как вот именно собиратель живописи. Он слушал советы, которые мы давали, и начинал с мира искусников, а потом поехал во Францию и стал покупать разные картиночки. И вот, например, вот такая картинка. Мы ее знаем как «Девочка на шаре». На самом деле это «Акробат на шаре» Пабло Пикассо. Сейчас находится в ГМИ имени Пушкина. Это Иван Абрамович Морозов. А вот такая картиночка Ренуара. Знаменитой нашей французской актрисы. Это тоже Иван Абрамович Морозов. А вот такая картиночка, написанная Ван Гогом, из Арля, это Иван Абрамович Морозов. Правда, она сейчас находится в США, потому что была продана после того, как реквизировали его коллекцию. Там часть картин была продана. Он начинает покупать картины Сезанна. Он начинает покупать картины того самого Матисса и, значит, Пикассо. Он приглашает сюда Мориса Дени и заказывает ему полотна, которые нынче можно посмотреть в Эрмитаже в левом корпусе главного штаба. Туда переехали все импрессионисты, Ван Гоги и прочее, прочее. Что происходит после 17 года? Коллекцию изымают, его, щукинскую и все такое прочее. Вот в этом здании организуется музей «Современного искусства». Богатейшая коллекция. Нигде в мире на тот момент не было такого количества картин импрессионистов, авангардистов и всех остальных. Но в 1936 году, я рассказывал об этом уже на экскурсии по площади искусств в Петербурге, выходит вот статья «Сумбур места музыки» против Шостаковича, начинается борьба с так называемым формализмом. И уже тогда, в принципе, этот музей был, ну, его судьба была предрешена. Тем не менее, во время войны картины упаковали, вывезли, потом вернули сюда, в это здание, и, не распаковывая, музей расформировали. Часть отдали ГМИ имени Пушкина, а часть в Эрмитаж. С тех пор между Эрмитажем и Пушкинским музеем идут жесткие терки. Предыдущая директриса выступила с инициативой возрождения этого музея, для чего нужно было вернуть экспозицию эрмитажную. Петровский, естественно, выступил против. Затем эта тема как бы сошла на нет, хотя даже Путин пытался выступить с инициативой возрождения этого музея. Но самое главное, что выходит указ Комитета по делам искусств при Совете министров СССР 11 марта 1948 года. И вот что я вам хочу сказать, друзья мои. Если вы хотите сходить в музей, посмотреть на Пикассо, или Матисса, или Дорена, или Гогена, или Ван Гога, или всех остальных, неважно, в Петербурге, в Москве, да, картины по-разному распределены между этими музеями, то вы нарушаете главный указ, подписанный Иосифом Виссарионовичем Сталиным, в котором говорится, что музеи нового западного искусства в городе Москве содержат в своих коллекциях преимущественно безыдейные, антинародные, формалистические произведения западноевропейского буржуазного искусства, лишенные какого-то ни было воспитательного значения для советских зрителей. Формалистические коллекции, принадлежащие государству музею нового западного искусства, закупленные в странах Западной Европы и московскими капиталистами,
явились рассадником формалистических взглядов и низкопоклонничества перед упадочной буржуазной культурой эпохи империализма и нанесли большой вред развитию русского и советского искусства. Показ коллекции музея широким народным массам политически вреден и способствует распространению в советском искусстве чуждых буржуазных формалистических взглядов. Так что я бы вам не советовал. Ну, реально. Ибо стоят две подписи управляющие делами Совета министров Союза СССР Чаадаев, и председатель Совета министров СССР Иосиф Сталин. Вот так как бы очень странно. Наша великая страна сама себе подкидывала мину под ее основание. Потому что ну, бороться с искусством, бороться с культурой – это всегда проигрыш. Потому что ну, в итоге-то картины-то висят в музеях. И со всего мира на них съезжаются смотреть. На них. И никому сейчас в голову не приходит, что эти картины, они вот как-то вас подталкивают к разложению, вот этому буржуазному формализму и так далее. Но это абсолютный достоверный документ, в котором вы сами можете ознакомиться, даже с его сканом, если такой, в интернете, который вот ознаменовал, это было все везде, это было и в музыке, это было и в архитектуре, это было и в литературе, ну то есть вот этот буржуазный формализм, с ним боролись. А здесь у нас вот на месте снесенных как раз домов теперь памятник Василию Ивановичу Сурикову, Никита Сергеевич Михалков, между прочим, его прямой родственник, и он рассказывал, что Суриков был довольно крут в своем нраве. Он же сибирский казак. И когда его пригласили на одну из тусовок, где сказали, что нужно только во фраке, он, человек довольно прижимистый, купил этот фрак, вложил туда свою записку, на которой написал, ну, вам, видать, важнее не мое присутствие, а мой фрак, и отослал на эту тусовочку. Знаем его картины прекрасные. И «Утро стрелецкой казни». Репин, кстати, советовал Сурикову хоть кого-нибудь повесить, хоть одного стрельца. Он повесил. Пришла его там какая-то служанка и упала в обморок. Суриков убрал. «Боярыня Морозова». Очень близкая Сурикову тема, значит, Ермак. Значит, с этим, с Кучумом воюющий. И пиком его карьеры явилась покупка за 40 тысяч рублей его картины. Это астрономическая сумма по тем временам. Николай II перекупил ее у Павла Михайловича Третьякова. То есть на самом деле он как бы вот такой абсолютный self-made man, который своим собственным искусством добился успеха и добился финансового благополучия. А здесь у нас очередная вывеска наземная. В частной мужской гимназии Льва Поливанова ученики не носили форму, не пользовались тетрадями в казенных переплетах и многие предметы изучали по специально написанным для гимназии учебникам. О чем идет речь? Дело в том, что я сейчас заведу в дворик. Я тут водил экскурсию, и одна прекрасная девушка говорила, господи, 16 лет, она и там работала, и сам работала, она причистинку всю излазала, ну, говорит, тут я в первый раз. Но я вот хрен знает, я когда приезжаю, я своим свиным рылом все время залезаю во всякие вот закутки, дворики и так далее, потому что это один из моих любимых двориков. Действительно, Поливановская гимназия размещалась в вот этом здании, мы на него смотрим просто с обратной стороны, а здесь это вообще бывшая конюшня. И это вот такой старый, очень хорошо отреставрированный кусок Москвы, уютнейший, с такими вот пеньками. Здесь, кстати, постоянно съемки какие-то проводятся. Я вот сколько раз тут хожу, то фотосъемки, то кино снимают. Это жилые помещения, на самом деле. Поливановская гимназия была действительно одной из самых прогрессивных. Но если в Петербурге это была Тенишевская училище на Маховой, то здесь это была Поливановская. И вот эти вот корпуса сохранились. И здесь есть закуток один, где мы, собственно, сами и закончим, где есть разные артефакты мне интересные. Поэтому вы, когда гуляете, вы не стесняйтесь. Вы, когда гуляете, вы не стесняйтесь на самом деле ходить в разные щели, двери и так далее. Ну, скажут вам, иди в баню отсюда. Ну, идите. Потому что со мной случилась потрясающая история. Я тут ездил
даже не намечал, я вспоминал очередную экскурсию, потому что, ну, все время все меняется. И я стою, смотрю на дом, выходит охранник и говорит: молодой человек, а вам что-то надо? Вы что-то забыли? А мне вот что-то уже, вот мне настолько достали они. Я говорю: а что проблема? Я говорю: вот нельзя смотреть на дом, просто смотреть на дом. Знаете, что мне ответил? Сейчас не то время, чтобы просто ходить и смотреть на дома. Ну, я понимаю, что это как бы закладки и все такое прочее, но, блин, короче, вот. Вот, смотрите, это мое любимое. Картина «Я и Кутузов» или «Я и Багратион». Видите? Ну, я рожей, правда, не вышел. Тем не менее. Плюс здесь есть вот это вот прекрасное. Это уже больше к Кандинскому, к Малевичу, к «Окнам роста», вот к той эпохе 20-х годов, когда преобладал супрематизм и авангард. Ну, а вы можете теперь самостоятельно сюда зайти, сделать здесь какие-нибудь фоточки для инстаграмов, они очень прекрасные. Тут вот я даже одну сделал, знаете как, я вам сейчас покажу. «Я и звезда». Но не красная. Видите, какого другого цвета она была. Вот, поэтому... Ой, господи, старость, не радость. Друзья мои, спасибо, что были с нами. Как обычно, рассказал все не так, как хотел, все не то, что хотел. Ну, вот это такое, знаете... Я специально это делаю, чтобы было максимально живо. Я бы мог это все как бы нарезать, что-нибудь монтировать и так далее. Но, понимаете, так теряется живость. А самое главное, так теряется ощущение, что я такой же лох, как вы. Я точно так же много чего забываю. Я точно так же много чего могу переиначить, перепутать. Слова какие-то, которые я миллион раз произношу. Фамилии, которые я миллион раз произношу. Термины, которые я миллион раз произношу. Забыть. Просто, ну, как бы, что, все мы люди. Начаться, во-первых. Дорогие москвичи, радостная новость для вас. Я уже устал отвечать на вопрос «когда же», но вот оно. Я еду с плотным гастрольным туром. Как обычно, одна экскурсия вечером в пятницу, две в субботу и две в воскресенье. Будет не жарко, поэтому термосы, кофеек, может быть, кому-то даже коньячок. Ну и, конечно же, пожалуйста, одевайтесь теплее, потому что часто люди приходят на экскурсию, им очень хочется, но они очень мерзнут. Особенно ножки у них мерзнут, и они притаптывают и пританцовывают. Как раз таки в тему видео одна из экскурсий будет посвящена тому месту, где родился и вырос анархист и аристократ одновременно по фамилии Кропоткин, в честь которого и была названа станция метро, ныне Кропоткинская. Анонсы есть как у меня на сайте, так и в группе ВКонтакте, и в Инстаграме я тоже оповещаю об этом. Не уверен, что я повезу свои книги, но если вы напишете, что вам нужно после экскурсии их приобрести, то, возможно, я и захвачу. Ну, а всем остальным могу сказать, что и остросоциальный триллер «Корень», и мой путеводитель «Невский с перцем» продаются у меня на сайте. Все это можно найти внизу. А в Петербурге пока гуляем раз в неделю по субботам. И еще одна новость. Сколько я не сопротивлялся, но таки завел себе канал Яндекс.Дзен, где буду выкладывать краткие фотоподборки с небольшими описаниями. Это все вот там у нас внизу. Ссылку на замечательного оператора с красивыми усами точно так же там будет помещена. Ну, а я что? Я отдам костюмчик тому подростку, с которого я его содрал, попью кофейку и пойду проводить сегодня экскурсию по Красной Пресне. А вам спасибо за внимание. С вами был гид Павел Перец. Увидимся. Пока.